Прогресс человечества – стихийный процесс. Но целенаправленная воля человека может задержать или ускорить его. Вот почему людям необходимо иметь ясную цель. Вечный мир – не только идеал, но и руководство к действию. Есть мыслители, влияние которых не ограничивается их эпохой, а простирается на всю историю человечества. В своих работах они выразили базовые принципы человеческого существования, раскрыли отношения человека и окружающего мира. Одним из таких, безусловно, является наш герой. Теория развития международных отношений, международного права, основы современного миропорядка были заложены в его трудах. Он рассматривал мировую политику через призму не только права, но и философии, религии, морали, истории, экономики и, как бы мы сказали сегодня, социологии. Поражает, насколько цельным и логичным является его учение. Один из творцов теории коллективной безопасности, страстный сторонник мира, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант, герой нашей программы. Идеал человечества – всеобщее правовое гражданское общежитие. Иммануил Кант. Мальчик родился 22 апреля 1724 года в провинциальном Кёнигсберге на берегу Балтийского моря. В то время город был столицей германской провинции Восточная Пруссия. И только возрождался после опустошения, вызванного войной и эпидемией чумы. Иммануил – четвертый из 12 детей, нарезчика кожаных ремней, о котором в шутку говорили, он никогда не сможет сводить концы с концами. Кант всегда с большим уважением относился к своему труженику отцу. Если бы когда-нибудь за наше воспитание взялось существо высшего порядка, тогда действительно увидели бы, что может выйти из человека. Иммануил Кант. Основное влияние на мальчика в ранние годы оказала мать. Она была совершенно необразованной немецкой женщиной, но обладала врожденной мудростью. Брала сына с собой на прогулки за город, рассказывала о том, какие бывают цветы и травы, показывала звезды и созвездия. Была набожной женщиной, чья строгая любовь и сформировала характер Иммануила. Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звезды. Иммануил Кант. Свою юность будущий философ провел на окраине города среди рабочих и ремесленных людей. Из 12 детей семьи Кантов в живых остались 3 сестры и 2 брата. Другие погибли от болезней. Большая, бедная, но любящая семья. Родители заложили духовное воспитание в сына. Они были приверженцами особого течения в лютеранстве – пиетизма, суть которого в том, что каждый человек находится под Божьим оком, поэтому отдавалось предпочтение личностному благочестию. Доктор теологии Франц Шульц часто бывал в гостях у семьи Канта и заметил, что Иммануил преуспевает в изучении Священного Писания и умеет излагать собственные мысли. Эта мать учила сына основам веры и прививала мальчику любовь к окружающему миру. Самое знаменитое утверждение философа, сделанное почти 50 лет спустя, относится именно к этим дням, проведенным с матерью. Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем. Иммануил Кант. В 8-летнем возрасте по наставлению пастора Шульца родители отправляют сына в одну из ведущих школ Кёнигсберга
для получения престижного образования. Теология, Ветхие и Новые Заветы, латынь, немецкий, греческий, география. Математика платна, по желанию учеников. И философия, уже в старших классах. Здесь его выдающийся интеллект и сильная жажда знаний встретили сопротивление в виде бесконечных, формальных религиозных наставлений. Несмотря на это, Кант все-таки многое воспринял из спеицких взглядов, в частности, убеждение в необходимости простой жизни и приверженность строгой морали. «Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило». Иммануил Кант. Родители хотели, чтобы сын в будущем стал священником, но у юноши другие планы. Его привлекает преподавательская работа. Умный и сообразительный, хотя и слабый здоровьем, Иммануил в 16-летнем возрасте поступил в Кёнигсбергский университет Альбертина. Его любимыми стали естественные и точные науки – философия, физика, математика. Уроки теологии он практически не посещает. А вот труды Ньютона открыли ему глаза на науку и великие открытия, сделанные во всех ее областях, от астрономии до зоологии. Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Иммануил Кант. Когда нашему герою было 13 лет, мама Анна Регина заболела и вскоре умерла. Многодетная семья еле сводила концы с концами. Иммануилу нечего было носить, не хватало денег на еду, его подкармливали состоятельные однокурсники, иногда ботинки приходилось брать взаймы у друзей. Но ко всем трудностям молодой человек относился по-философски и говорил, что вещи подчиняются ему, а не наоборот. Канту не удалось окончить университет из-за материальных трудностей. В это время умирает отец. 22-летний студент и 5 его младших сестер и братьев остались совершенно без средств. Младшие были приняты в другие семьи, старшие стали работать горничными. Чтобы прокормить семью, Иммануилу приходилось работать домашним учителем. 9 лет он учил детей из богатых семей. Всякий раз, когда у Канта появлялось хоть немного лишних денег, он отправлял их сестрам. И эту привычку сохранил на всю жизнь. Человек может стать человеком только путем воспитания. Он то, что делает из него воспитание. Иммануил Кант. Его облик был своеобразен. Ростом меньше 5 футов, то есть около 150 сантиметров. Голова была непропорционально велика, сутуловат, левое плечо ниже, а правое поднималось вверх. Голова постоянно наклонена в одну сторону. Одетый в поношенный костюм, не всегда имея в кармане хотя бы пфенинг, он едва ли был центром внимания. Однако, когда он надевал элегантный учительский костюм, пошитый работодателем, и общался за столом с гостями семьи, то просто расцветал. Работая в богатых семьях учителем, он легко постиг науку хороших манер. Вскоре наш герой приобрел репутацию остроумного, уверенного в себе человека. Характер – это способность действовать согласно принципам. Иммануил Кант. В 1755 году, в 31 год, Кант возвращается в Кёнигсбергский университет, чтобы защитить диссертацию и получить степень магистра. Он получает докторскую степень и начинает преподавать. Должность приват-доцента он занимал около 15 лет. Кант
читает лекции о логике и метафизике, затем преподает математику и физику, публикует трактаты по многим вопросам научной тематики. Наше познание начинается с восприятия, переходит в понимание и заканчивается причиной. Нет ничего важнее причины. Иммануил Кант. «Не мыслям надо бы научить, а мыслить считал наш герой. Книги, которые выходили из-под его пера в тот период, были о вулканах и природе, ветре, антропологии, огне, возрасте Земли, даже о планетах. Однажды Кант буквально бросился на помощь жителям своего родного Кёнигсберга. Это было после разрушительного землетрясения в Лиссабоне. В 1755 году в соборе философ впервые выступил публично, чтобы развеять слухи и успокоить горожан, которые считали, что жертвами землетрясения скоро станут и другие европейские города. Кант прочитал лекцию о природе землетрясений. И все же более его тянуло к абстрактным размышлениям. Он продолжал много заниматься философией. Умение ставить разумные вопросы уже есть важный и необходимый признак ума и проницательности. Иммануил Кант. Наш герой в научном поиске. Он изучает труды выдающихся ученых и философов, таких как Ньютон, Лейбниц, Юм, Руссо, и видит только части разрозненной мозаики. Он ищет способ их соединить. Быть опровергнутым – этого опасаться нечего. Опасаться следует другого – быть непонятым. Иммануил Кант. Произведения Канта скучны и сложны, а лекции полны остроумия, блестящих идей. Лектор глубок и потрясающе эрудирован. Слава о нем распространилась далеко за пределы университета. Эти лекции читались в течение 30 лет. За Кантом закрепился титул лучшего университетского преподавателя. А в должности профессора дважды было отказано. При этом патриот своего вуза и родного города занять подобную должность в Берлине не соглашался. К счастью, меняется руководство университета, и 46-летний Кант занимает должность профессора, на которой оставался более 30 лет. Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание. Иммануил Кант. 11 лет профессор ничего не публиковал. Продолжая работу над своей философией, и, наконец, в 1781 году опубликовал свой трактат «Критика чистого разума», считающийся его самым важным произведением. Работы Канта – самое важное явление, какое только знает философия в течение 2000 лет. Артур Шопенгауэр, немецкий философ. Провинциальный Кёнигсберг. Город, в котором Иммануил Кант прожил всю жизнь, умер и похоронен. Париж и Санкт-Петербург, Лондон и даже Берлин существовали для него только в рассказах друзей и знакомых, книжках, мыслях и воображении. Ученый, который многократно и с успехом читал в университете курс физической географии, практически нигде не был, кроме своего родного города и его окрестностей. Но мысль Канта не знала границ. Он строил свою философию не для жителей Пруссии, не для немцев, а для всех разумных существ. Одна из самых универсальных философских систем в истории человечества была создана человеком, который не стремился увидеть этот мир своими глазами.
И еще удивительно, жизнь Канта прошла в строгих ограничениях. Его жизненный опыт, университетская аудитория, чтение книг. И при этом нам оставлены автором выдающиеся образцы житейской мудрости. Для великого философа мышление – суть его существования, что и позволило ему глубоко проникнуть в нашу жизнь, пользуясь только чистым разумом. Философия Канта – это не нагромождение малопонятных терминов, а изложение важных принципов, которыми мы руководствуемся и сегодня. Научное мышление, ограничение собственной свободы комфортом окружающих и стремление к совершенствованию. Люк Ферри, философ и политик. Где искать основы новой концепции взаимоотношений между людьми? Где искать новые принципы совместной жизни? Такие вопросы возникли, когда эпоха Возрождения подошла к концу. В этом и величие Канта, который взялся и ответил на поставленные вопросы с точки зрения нового времени. Человек становится центром Вселенной, существом, достойным абсолютного уважения. Все строится на воле человека, который должен научиться сам себя ограничивать, понимая, что его свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Люк Ферри, философ, политик. Кант приписывает государствам те же качества, что и обычным людям. Эгоизм, корысть, страх, приводящие к конфликтам и войнам. В своих трудах рассматривает и построение международных отношений, причины войн и конфликтов, пути их преодоления, роль государства и других субъектов в международной политике, будущий мировой порядок, разрабатывает теорию мировой безопасности. Он постарался доказать, что не конфликт, а сотрудничество должно быть смыслом и формой международных отношений. Человечество создано и заслуживает мира и благоприятных условий для раскрытия своих творческих возможностей, а не для конфликтов и истребительных войн. Философ считал, что главным инструментом регулирования международных отношений должны стать международные организации и право. Уделял этому большое внимание. Кант писал, что было бы хорошо создать союз государств, заключивших между собой мирный договор. Моральная политика, международное право должны быть использованы для достижения вечного мира, то есть создания стабильной системы международной безопасности. Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека. Иммануил Кант. Великий философ сконструировал свою жизнь так, что при слабом здоровье прожил достаточно долго. Всю свою жизнь он подчиняет режиму. Подъем в 5 утра. Чашка слабо заваренного чая и подготовка к лекциям. Затем отправлялся в университет. Возвращался домой, работал в кабинете 3 часа 45 минут. И с 13 часов устраивал обед. Кстати, ел один раз в сутки. Всегда в компании от 3 до 9 человек. Так как считал, 2 человека – это сплетники. А если больше 9, то не получится общего разговора. Затем прогулка в одиночестве. Определенное время – по одинаковому маршруту. Жители города сверяли по нему часы. Единственный раз Кант задержался, так как увлекся чтением Руссо. И жители города начали переводить часы. Наука – это организованные знания. Мудрость – это организованная жизнь.
Эммануил Кант. Личная жизнь философа была принесена в жертву науке. Он вел самый скромный образ жизни. При этом был чрезвычайно дружелюбным. Уже будучи широко известным и почитаемым, не возносился. Остался простым и доступным. Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений. Иммануил Кант. Мыслитель видел свою задачу не в объяснении мира, а в создании, сотворении этого мира, соответствующего идеалу разума, высшего блага. Он надеялся, что его идеи помогут человечеству, пусть не сейчас, но в будущем, жить в вечном мире. Остаток жизни ученый прожил в достатке, в небольшом доме. Несмотря на тщательно соблюдаемый режим и внимательное отношение к своему здоровью, силы покидали его. Он уже не мог читать лекции, отказался от прогулок. Скончался великий философ 12 февраля 1804 года, перед смертью сказав «хорошо». А нам осталась философия, которая по Канту призвана привести наш род постепенно от низшей степени животности к высшей степени человечности.